Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Быханова на канале Мастер своего дела. Сегодня мы готовим с вами очень полезный и вкусный салат с сельдереем и яйцами. Это действительно настоящая вкуснятина. Оставайтесь со мной, и я расскажу вам простой и быстрый рецепт. Для приготовления салата с сельдереем и яйцами мне потребуется 2 яйца, редиска, у меня здесь 3 редиски средние, огурец, пекинская капуста, зелень, у меня здесь зеленый лук, петрушка и укроп, сельдерей, стебли сельдерея, адыгейская соль, и для заправки я буду использовать сметану. Все на столе, готовим вкусный и полезный салатик. Редис нарезаем на дольки. Отправляем редис в салатник. Также нарезаем огурец. Дольки делаем тонкими. Отправляем огурец также в салатник. Нарезаем пекинскую капусту соломкой. Я использую листовую часть без уплотнения. Пекинскую капусту также отправляю в салатник. Затем берем сельдерей, стебли сельдерея и нарезаем. Пересыпаем в салатник. Затем измельчаем зелень. Выкладываем в салатник зелень. Нарезаем дольками яйца. Выкладываем яйца в салатник. Теперь сюда добавляем соль, у меня адыгейская соль. И заправляем наш аппетитный полезный салатик сметаной. Все хорошенечко перемешиваем. Салат готов, можно пробовать. Вот такой замечательный, полезный, яркий и очень вкусный салат получился. Это отличный вариант для тех, кто следит за фигурой, да и не только. Салатик вообще очень вкусный и сытный. Дорогие друзья, ну вот и все на сегодня. Наш простой и очень вкусный салатик готов. Попробуйте, приготовьте. Я надеюсь, что вам понравится. Ну а я заканчиваю свое сегодняшнее видео. Спасибо, что вы были со мной. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Переходите по ссылке, которая находится внизу в описании под видео. Ну а мой второй канал, канал о моей жизни, влог Ирины Быхановой. Я вас там жду. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в следующем видео.